Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня я проведу урок о том, как сохранить шаблон в программе Photoshop Pro. Именно шаблон созданного авторского слайда или заставочки, неважно чего. Для этого заходим в программу Photoshop Pro. У меня вот мой любимый первый проект. Вот он открылся благополучно. Посмотрим. Здесь я сделал вот такую заставочку, чтобы показать, как ее сохранить. Ну и пусть она будет у меня. Вот смотрите, здесь речь как раз пойдет и о том, как создавалась эта заставочка. Немножко только об этом я расскажу. Вот еще раз откачу ее назад, чтобы вы видели. Вот падают эти звездочки, которые мы с вами делали. И летят бабки-ёшки, Дед Мороз с Снегурочкой, елочка. Здесь шарики у нее светятся. И идут лоси. Значит, расположение слоев. Смотрите. Дед Мороз и Снегурочка ловят звездочки. То, о чем я вам говорил. Звездочки падают за елкой. И бабка-ёшка, и лоси. Вот здесь видно будет, обратите внимание. Вот они идут уже перед звездочками. Все это сделано в программе Photoshop Pro. Это, ну, не то что сложно, а довольно трудоемко это делать. Но не вижу ничего невозможного. Но речь идет не о том. Я подготовил это. Если будет интересно что-то вот по тому, как создать именно такую заставочку или такой слайд, то тогда можно будет, как я и говорил, сделать отдельный урок. В данном случае речь идет только о сохранении слайда как шаблона. Нажимаем «Редактировать». Взяла и закапризничала любимая программа. А вот она. Сегодня у нас Ctrl-Alt-D. Нажмем «Запустить диспетчер задач Photoshop Pro». Там написано, что работает. А что же она? А, вот она открылась у нас. Что-то повела себя крайне неприлично. Есть у нее такое поведение в ее. Иногда ведет она непредсказуемо. Значит, заходим мы сюда в редактирование. То есть, вот нажимаем «Сохранить». Как должно было бы все открыться, вот редактировать. И должно это открыться. Но вот опять она с капризом сегодня открывается. Вот кое-как открылась. Значит, и вот что мы видим. Это мы видим при условии, что мы видим слои. Их здесь вот у нас раз один фон, три бабки-ёшки. Два лося, елка и Дед Мороз со Снегурочкой, и еще один слой. А на этом останавливаться не буду. Это к тому я говорю, что все это делалось в Photoshop Pro, потому что изначально в слоях, видите, как все это стало. Вот в управлении камерой, если мы зайдем, то все это будет вот так. То есть все будет адекватно и нормально. Добавить в шаблоны. Для того, чтобы сохранить шаблон, нужно нажать «Добавить в шаблоны». Я присваиваю, вы будете присваивать, как хотите, буквенные, цифровые значения. Я присваиваю букву и номер. А,
0,1. Чтобы у меня сохранилось в начале моей коллекции, она довольно большая. Здесь вот должно желтым цветом высветиться, иначе он не сохранится. Нажимаем «Сохранить». Все удачно сохранилось. Все, потому что никаких капризов вот она не выдала. Здесь тоже, перед тем, как выйти из нее, значит, должна вот эта вот кнопочка загореться желтеньким цветом, и вы нажимаете «Сохранить». Все, и выходим отсюда. Значит, теперь мы добавить Photoshop видео. Все, я вам покажу, где это вы будете искать. Потому что у меня-то все отразилось, а вы не будете этого знать. Потому что в большинстве случаев отражается вот так вот. Добавить фото, видео. А это все будет у вас в заставках. Заставки, заставки и мои заставки. Если там выскочит немножко другой значок. И вот она А01. То есть вот это вот наша заставочка. Вот заставки, ну, они сейчас уже открыты у нас. Вот тут статические, светящиеся и анимированные. Но у нас наши заставочки. Вот. Ну, сегодня она работает крайне некорректно. Вот А01. Она отразилась у нас. Это наша заставочка. Теперь, для того, чтобы посмотреть ее, нужно нажать вот на значок именно здесь. Иначе мы будем смотреть вот эту вот. Не хочет сегодня с большими капризами работает. Бьется в истерике. Нет, не совсем. Вот видите? Ну, это у фотошоу есть такие закидоны. Через раз она то нормально работает, то в истерику впадает. Что с этим ничего не сделаешь. И что мы можем здесь сделать, вот когда мы смотрим? Ну, можем повторить, чтобы это все было видно. Это само собой. Нравится нам, не нравится. Ну, все отразилось так, как надо. Можем добавить слайд-шоу, можем сохранить там кадр, можем просто закрыть. Она закроется. Можем добавить в слайд-шоу вот так вот. Добавить слайд-шоу, она закрывается. И какое-то время, она еще свеженькая, перезагрузочку компьютера я, как обычно, не сделал. Сохраняется это на диске C, поэтому она немножко в истерике бьется. Ничего, побьется, побьется и добавится. Вот она добавилась. Вот. Можно вот так вот заставочку добавить и выделить ее, чтобы она была. И добавить вот так вот. Ну, тоже. Вот так она будет добавляться. Все. А дальше вы ее точно так же можете редактировать, зайти. Открывается сегодня. Может, надо было, правда, перезагрузить компьютер. Вот, плоховато. Вот, можете сюда текст, фотографии, что угодно добавить. Это уже... Вот она полностью сохранилась. Так, как надо, в виде шаблона. Это в части того, как сохранить шаблон. Останавливаем. Смотреть на это не очень интересно. Мы много раз это видели. И теперь я вам покажу, где же это сохраняется. Вот здесь заставочку вы хоть правой, хоть левой кнопкой мыши. Ну, можно как-то вот здесь, как сказать, добавить слайд-шоу, удалить заставку из коллекции. Нет, не хочу удалить из коллекции. Вот. Можно здесь вот, вот эту заставочку вот, удалить из коллекции. Через вот это. Чтобы удалить сам слайд, нужно добавить фото, видео и вот нажать вот эту красную стрелочку. Это мы вот выделенный слайд. А если мы хотим удалить заставочку из коллекции, то вот здесь вот нажимаем удалить. Он нам показывает, хотим мы ее удалить или не хотим удалить. Значит, это первый способ добавления. Если у вас есть на внешнем диске какие-то еще заставки, ну или шаблоны, неважно как это назвать, вот
попадает она автоматом, программа закидывает в мои заставки и закидывает, ну, эта папка создана на диске C. Сейчас я вам покажу. Можно удалить там. Вот. Здесь закрываем. Мы создали эту заставочку. Я вам покажу, где она там лежит, и где можно удалить. И точно так проект. Да, сохраним проект на всякий случай. Вот. И можно туда добавить точно так же папочки с шаблонами. А можно удалить там. Компьютер, локальный диск C. Вот дальше мы ищем папочку пользователи. Ну, в семерке, в десятке почти аналогичная. У меня семерка 64. Вот. Дальше мы ищем папочку AppData. Вот. Потом папочку RawAdmin и AMS Software. После AMS Software мы ищем папочку Photoshop Pro. Вот видите путь какой? Вот он. Компьютер, локальный диск C, пользователи, админ, апдатор, админ софтвара, Photoshop Pro. И это еще не все. Вот. Дальше папка. Дальше папка слайды идет. Вот. И только после этого вот они все. И последний юзер. Ну, то есть это вот мы лохи. Вот она папочка А01 с нашим шаблоном. Вот он классический. Здесь показаны два фона. Как я... Нет, фон, превьюшка, вот масочка, фигурка Деда Мороза, Бабы Яги, елочка и... Ой, и Снегурки, не Бабы Яги. И лось, и здесь Бабка Ёжка. Все. Вот сюда, в эту папку, мы можем вставлять тоже там, неважно как пронумерованные, систему вы сами придумываете, папочки с шаблонами. Здесь же вы можете точно так же нажать по правой кнопке мыши, и у вас выскочит, вот оно, удалить. И вы удалите. Ну, это кому надо удалить. Все, не только там в программе самой, но и вот зайдя сюда. Сюда можно, если вам кто-то перешлет, ой, извините, архивом шаблоны, то их можно не через программу, а сюда добавить просто в папку. Не нужны какие-то. Можно выбрать здесь и удалить, чтобы не по одному программе, там муторно все, а это здесь вот сделать. Вот такой вот урок, как добавить, как использовать. Ничего сложного в этом нету. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пишите опять в комментариях. Ну, что смогу, покажу, расскажу. Вид крупной значочки этой покажу. Больше показать нечего. Все, вот она у нас сохранилась в программе. Открываем этот проект. Он проект сейчас откроется. Сегодня она мне капризно открывается. Я работал с другими программами, надо было все же перезагрузку сделать. Вот у нас был основной, мы создали шаблончик. И вот двумя разными способами мы загрузили этот шаблончик. И вот три у нас слайдика получились. Они все должны у нас три демонстрироваться. Ну, не неприятно. Это здесь просто тормоза при переходе от слайда к слайду. Там, когда вы будете, если делать их несколько подряд таких, не будет такого резкого рывка. Ну, я ведь просто демонстрирую, показываю, что все они рабочие, все работают. Загрузили одним способом слайд-шоу, заставочку, и загрузили другим способом. Без проблем. Но еще заставка тяжелая, поэтому она тоже капризничает. А это вот есть такая тенденция. Иногда программа Photoshop Pro, когда ей что-то не хватает в этой жизни, то она демонстрирует див-картиночки
в виде квадратиков неразличимых. На самом деле они вот так вот нормально и показываются. И рендерится нормально, но вот что-то ей в жизни не хватает. Сохранить. И она иногда показывает вот так вот. Вот идут лоси, летят бабки-ёшки, падают звезды. Но это многослойный слайд, тяжелый для этой программы. Тоже надо делать будет отдельный урок. Вот как создать такой слайд, это отдельный урок. И вообще рассказать о программе. Какие же ей нужны ресурсы для того, чтобы она адекватно работала. Файл сохранить проект, это отдельные уроки должны быть. А здесь короткий урок, просто как сохранить шаблон. И все. И где мы его видим? Видим мы его в заставках. Вот у меня она. Я... заставки закрыл, потому что он тяжело открывается, потому что у меня их много заставок. Очень, не просто много, а очень много. Видите, поэтому так. Такая беда. Все. На этом урок окончен. Спасибо за то, что посмотрели. Вот не закрыли видео досрочно. Если будут какие-то вопросы возникать, ради Бога, обращайтесь, пишите в комментариях. Чем сможем, тем поможем. До новых встреч. Всего вам доброго.